Герои моих любимых книг «Властелина колец» и «Основание Азимова» всегда чувствовали необходимость спасать мир. Просто вкалывайте как черти. Если другие работают 40 часов в неделю, а вы пашете 100 часов, то даже делая то же самое, вы сможете достичь результата в 2,5 раза быстрее. То, на что другим потребуется год, вы сумеете сделать за 4 месяца. Я бы хотел умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность. Существует кладбище предыдущих попыток. Большое кладбище. И, наверное, на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы стремимся этого избежать. Запуск и рост бизнеса намного больше зависит от инноваций, драйва и самоотдачи людей, которые его делают, чем от продукта, который они продают. Я думаю, обычные люди могут выбрать быть необычными. Уделяйте пристальное внимание критике и негативным отзывам, особенно от своих друзей. Мало кто делает это, хотя это сильно помогает. Перспектива лежать на пляже большую часть жизни звучит для меня как кошмар, как худшее, что может случиться. Вероятно, я сошел бы с ума и начал принимать наркотики. Я бы с тоски помер. Я люблю, когда все вертится. Я думаю, что люди сегодня как-то уж слишком увлеклись всякими там интернетами, финансами и правом. Это одна из причин, почему у нас мало инноваций. Рано или поздно нам придется или распространить жизнь за пределы этого голубого зеленого шара, или вымереть.